А вот школьные звонки в Хасанском районе в этом году прозвучат 2 сентября. В трех славянских школах 2 сентября в 10 часов утра начнутся торжественные линейки. В то же время линейки пройдут и в средних школах номер 1 поселка Барабаш и села Филипповка, в школах поселков Приморский, Зарубина и Андреевка. А вот первый звонок в школе номер 2 поселка Барабаш, а также в образовательных учреждениях Безверхово, Пасьет, Краскино и Хасан прозвучит в 11 часов утра.